Всем привет, дорогие друзья! В этом видео хотелось бы поговорить про тренировку ног без приседания со штангой. Меня спрашивают, возможно ли такой вариант. Конечно же, ребята, это возможно. Мы исключаем осевую нагрузку на позвоночный столб и заменяем приседание со штангой другими упражнениями. Это могут быть выпады, обратные выпады, приседания с минимальным весом, с одной гантелькой, двумя, либо вообще с собственным весом. Суперсеты. Также мы заменяем приседание со штангой на приседание в гак-машине. Если также чувствуете осевую нагрузку, она там будет минимальна. Но если вы ее там чувствуете, значит мы это тоже упражнение исключаем. И заменяем на жим ногами. Вот тренажер сзади меня на платформе. Выпрямление, обратное сгибание, сведение и разведение. И также работаем на голень. Все просто. Поэтому, если хотите, чтобы я вам показал, как выполняются эти упражнения, которые я вам сейчас перечислил. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, друзья!